Следующий ряд. Завершим нашу стрекозу. Итак, 2 петли воздушных для поворота, для угла, и 2 столбика в арку. И дальше вяжем 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, продолжаем, вяжем воздушные петли, 5, 6 и 7. 7 и 2, всего 9 столбиков с накидом. Дальше продолжим вязать столбики с накидом в первую петлю следующей цепочки воздушных петель после соединения. Раз, два, три, дальше 2 столбика сделаем убавление. Раз, не довязываем, оставляем на крючке. 2. И провяжем все петли на крючке. Сделали убавление. Дальше переходим на другую грань. И то же самое, не забывайте, что вот они, 2 петли с одной и с другой стороны мы пропускаем, накид, не довязываем, второй столбик и делаем убавление. Вяжем дальше еще 11 столбиков по прямой до угла, до соединения ряда. Покажу еще раз, как соединить, как проверить. Так, осталось немножко, и будем считать. Прежде чем соединить ряд, давайте проверим, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, понятно. Значит, ну, в принципе, можно было бы ее и оставить. Но 14 петлю мы провязываем, 14 столбик в арку. Вот, теперь у нас их 14. Сейчас соединим
и пересчитаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Да, все. Ряд готов. 4 рапорта.